Всем привет, меня зовут Ольга, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня на канале опять же очередной обзор на цветные карандаши, и на этот раз мы посмотрим поближе на карандаши Derwent Academy. Я их недавно купила, завезли в наш местный магазин по очень хорошей цене, так что я не смогла удержаться. Потом сделала на них ресерч, побольше почитала, попробовала раскрашивать. Ну и вот сегодня поделюсь с вами своими впечатлениями. Это линейка карандашей Derwent Academy. У них еще есть и акварельные. Есть у них еще Derwent Academy пастель сухая, которая у меня тоже есть, но я ее еще так не пробовала пользоваться. Вот. И предназначена эта линейка для новичков в рисовании, для тех, кто не хочет уже рисовать с детскими карандашами, но еще не готов пользоваться профессиональными, а хочет именно попробовать немного улучшить свои техники, как-то потренироваться. Ну, как бы студенческая линия. Эти карандаши продаются в наборах по 12, 24 и максимально это 36 цветов. Больше их нету. Давайте заглянем вовнутрь. Да, коробка металлическая, как обычно у Derwent. Имеются варианты с другой картинкой, видела я. Мне вот это нравятся цветочки, красиво очень все. Здесь вот показаны все цвета, которые имеются в коробке. И вот открываем и видим, что выглядит очень презентабельно для непрофессиональных карандашей. Вот так вот они все лежат. Черного цвета, очень элегантно. Давайте взглянем поближе. Карандаш шестигранный. Легкий, как обычно у Derwent. Хорошая древесина, даже для таких вот бюджетных карандашей. Здесь написано Derwent, Академия, и указан цвет карандаша, номера нет у этих карандашей, и на кончике индикатора цвета пигмента. Толщина карандаша примерно 7 мм почти, и толщина стержня 3 мм, ну 2.9. Так как они студенческие линии, то они сделали упор на большую прочность этих карандашей. Действительно, не ломаются они. Стержень довольно прочный, при заточке тоже у меня ни разу не ломался. И не быстро они стачиваются, хорошо держит острый кончик. Это карандаши тоже на восковой основе. Давайте взглянем на палитру. Вот я сделала выкраску. Выкраску я делала тоже на бумаге от Derwent Academy. Это такая альбом для скетчей. Бумага не очень плотная, такая тонковатая, но у нее имеется некоторая такая вот текстура. И вот так вот они смотрятся на этой бумаге. Цвета, так как это для новичков, то они такие незамысловатые, ну, представлены вся палитра, вот желтые, оранжевые, красно-голубые, зеленые, ну, может быть, совсем недостаточно серых, да, вот серый представлен только одним цветом. Ну, остальные, мне кажется, для такого набора в 36 цветов вполне себе достаточное количество. Выборка. Ну, единственное, нету, если кто-то хочет раскрашивать кожу или портрет, то здесь вот имеется только абрикосовый цвет такой, который более-менее подойдет. Ну и все. Ну, я думаю, причина этого, потому что этот набор действительно сделан для новичков, и предполагается, что новички, так сказать, не будут начинать с портретов, а будут что-то попроще рисовать. Ну, мне нравится их выкраска. Как всегда у Derwent не очень яркие цвета, не кричащие, а такие более приглушенные, натуральные.
Есть такие более бледные цвета, вот совсем, а вот есть и поярче, голубые, допустим, и среди зеленых тоже есть такие яркие цвета. В общем, мне нравится их палитра. Что могу сказать про их рисование? Хорошо, они смешиваются как между собой, так и с помощью блендера. Но вот в плане наслаивания они, конечно, уступают профессиональным карандашам. Не сможете вы много слоев накладывать, потому что они начнут, значит, покрываться вот этой вот восковой пленкой, и уже цвет невозможно будет наносить. Это вот у нас текстурированная бумага. Давайте попробуем вот на такой гладкой совсем бумаге. Покажу вам, как они ложатся. Ну вот, это вот легкий нажим совсем. Прошу прощения за звук, это моя кошка тут уже пришла. И вот это я уже более сильно нажимаю. И на этой бумаге они довольно легко ложатся. Ну вот. Более легкий, более сильный нажим. Это еще не максимум. Можно еще посильнее. Ну вот уже это уже, вот я думаю, максимум. Вот, ну вполне себе ярко получается. Покажу вам картинку, которую я ими раскрасила в прошлом месяце. Вот она. Бумага в этой раскраске, ну, такая обычная для раскрасок, ну, возможно, чуть плотнее, но она гладкая, вот, белая такая вот. И на этой бумаге они себя показали превосходно, очень яркие цвета получились, легко отдавался пигмент, я была довольна. Ну, для обзора решила я пораскрашивать еще в другой раскраске, чтобы получше узнать карандаши. И выбрала я книгу Джаны Бесфорд «Удивительные джунгли». У меня заморское издание, поэтому не знаю насчет, как в российском издании бумага. Ну, здесь такая вот обычная для Джаны бумага. И вот картинка, которую я раскрасила. К моему удивлению, на этой бумаге, хотя вот она ничем не хуже, я бы сказала, даже лучше по ощущениям, чем в предыдущей раскраске, ну, на этой бумаге, к моему удивлению, карандаши вели себя по-другому. Намного хуже, чем в прошлой раскраске. Они не хотели отдавать пигмент, скользили. И с некоторыми трудностями я, конечно, раскрашивала. Приходилось прикладывать усилия. Но, тем не менее, сразу хочу сказать, что здесь зелень раскрашена Дервинтом. А вот эти птички и лягушки — это Джиотто. И я скажу вам почему. Раз я хотела, чтобы вот эти зверушки не потерялись в яркости зелени, поэтому зелень я хотела сделать побледнее, в более приглушенных тонах. Поэтому я выбрала вот эти карандаши Дервинт Академия. Ну а уже вот птицу и лягушку я хотела, чтобы они были чуть поярче. Кстати сказать, Джиотто тоже вел себя несколько хуже, чем вот в других раскрасках я ими пользовалась. Не знаю, вот дело в бумаге, оказывается. Но, тем не менее, вот такая получилась картинка. Я довольна результатом, как получилось, да. Ну, вот единственное, что некоторые трудности у меня были с Дервинт Академия именно на этой бумаге. Поэтому делаем вывод, что, как и все карандаши Дервинт, эти не исключение, и они довольно капризные насчет бумаги. На некоторые они будут работать превосходно, а на некоторые не так легко, как вам бы хотелось. Вот, поэтому хотела я их сравнить с карандашами Джиотто.
в этом обзоре. Почему Giotto? Потому что, ну, Giotto тоже из таких бюджетных карандашей, они наиболее известные и, на мой взгляд, наиболее качественные, хорошие карандаши. Поэтому вот я решила их сравнить именно с Giotto. Ну, многие их знают, вот они у меня без коробки, в такой вот я их держу. Не знаю, как это назвать. Вот в такой штуке они у меня. И вот выкраску я сделала на такой же самой бумаге, как и Derwent. Ну, сразу можно видеть, что цвета у Giotto палитра несколько другая, более яркая и, возможно, более, если можно так выразиться, детская. Такая, ну, я люблю яркое, поэтому мне это подходит. Я вот просто обожаю такие цвета. И вот давайте сравним с Derwent. Ну, на камеру, возможно, так сильно и не видно. Вот я смотрю сейчас и вижу, что, в общем-то, по яркости как-то они, ну, чуть-чуть отличаются. Да, вот это у нас Giotto, это вот Derwent сверху. Вот. И вот эти давайте посмотрим тоже. Отличие именно вот в красках. У Giotto более яркие, такие кричащие оттенки, а у Derwent более такие приглушенные. По поведению они очень похожи. Вот единственное, да, Derwent они приглушенные. И что бы я советовала, если у вас есть возможность, то лучший вариант будет именно сочетать эти два набора. Приглушенные и с более яркими. Ну и плюс цвета тоже отличаются, да, у вас будет более расширенная палитра такая. Но если вам придется выбирать или думать, какие же купить карандаши не очень дорогие, то тут надо смотреть, какие вам нравятся больше, яркие или приглушенные. И плюс цены. Я вот покупалась, конечно, посмотрела, что сколько стоит в России. Хочу сказать, что свой набор я купила за 1300 рупий, что в переводе на российские рубли это получается 766 рублей. За такую цену, да, эти карандаши можно покупать, достойные, хорошее качество и невысокая цена. Но когда я посмотрела, за сколько же их продают в России, выяснилось, что стоят они 2310 рублей. Вот сравните 766 и 2310. А потом я посмотрела Amazon UK, и там они стоят 15, ну, около 15 фунтов, что соответствует 1273 рубля российским. Тоже намного дешевле, чем в России. Я не знаю, почему у нас они так дешево. Какое-то специальное предложение, возможно, было. Я не знаю. Ну, я рада, что вот мне они достались по такой смешной цене. Все-таки это Derwent. Хорошее качество. Но за 2310 рублей, я бы сказала, эта цена для них несколько завышена. А Giotto, к примеру, такой же набор, 36 цветов. На Озоне, я вот посмотрела, 999 рублей. Ну и на других сайтах можно найти в пределах 2240 рублей. Все равно дешевле. Вот, поэтому если вы думаете, какие из них купить, то, конечно, все-таки я бы посоветовала Giotto, потому что дешевле. Плюс у них можно найти теперь набор в 50 цветов, что я считаю большой плюс. Вот. Ну, а если есть возможность, как я сказала, то вот эти два набора будут очень хорошо сочетаться вместе, будут как бы дополнять друг друга своей палитрой. И это вот такой оптимальный вариант.
Ну вот, думаю, все на сегодня. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. На этом все. Пока!